С точки зрения высокой, так сказать, то есть культура, наука, искусство, в этом плане провал, конечно, колоссальный. Но с точки зрения человеческой жизни это, по крайней мере, симметричный подъем. Нет проблем что-то достать, нет проблем куда-то поехать, мир открыт. Вот. Ну да, ни черта мы не сделали за 25 лет, ничего не изобрели, ни одного бренда в мир не запустили, это правда. Но, по крайней мере, вот то, что говорилось тогда, в 80-е годы, жить как белые люди, да, мы живем как белые люди. Наш уровень потребления и качество обслуги точно такие, как на вожделенном Западе. У нас гораздо хуже здравоохранение, у нас намного хуже образование, это правда. А с точки зрения потребления и качества жизни, у нас точно так же, как там.